Сегодня прошла очередная в этом году ярмарка вакансий. На ней было предложено около 300 вакантных мест. Акцент в этот раз сделали на молодых специалистах. Анна Мартвинчева с подробностями. Организаторами ярмарки выступил молодежный ресурсный центр при поддержке партии «Нур Отан». Молодых специалистов в нашем городе очень много, но не все предприятиям требуются работники без опыта работы. Сегодня участвуют более 20 предприятий, это работодатели, и они объявили где-то более 300 вакантных мест, что радует. Пригласили по всем социальным сетям, по всем телевидениям, объявления дали, пригласили всю нетрудоустроенную молодежь именно найти работу. По итогам этой ярмарки мы планируем где-то около 50 человек трудоустроить на постоянной основе. Это наша планка, мы думаем, добьемся этой цели и трудоустроим ребят. Сколько сегодня пришло человек в поисках работы, сказать трудно. Но в основном это молодежь, что недавно закончила вуз и теперь не может трудоустроиться. Лейла Мамедова одна из тех, что ищет работу на ярмарке не в первый раз. Она выучилась на редкую профессию, и теперь ей трудно найти работу. Я по профессии химик-эксперт, закончила пединститут. Вот в данное время я вот ищу работу. На данный момент вообще работы в Уральске у нас нету. Особенно молодым кадрам в основном требует опыт работы. Везде, в крупных организациях, корпорациях, компаниях. Вот. На данный момент вот у нас есть биржа труда, вот там тоже состою я. Ну, пока что вот так вот дела обстоят. На сегодняшний день большим спросом пользуются преподаватели разных предметов. Большая нехватка в учителях начальных классов и математиков. Также медицинский персонал, менеджеры различных отраслей, электрики и рабочие строительных профессий. Необходимость 80 учителей в различных школах города Уральска по различным специальностям. Государство выделяет большие деньги на гранты для обучения по тем или иным специальностям. Но в дальнейшем этот же специалист не может трудоустроиться по профессии. То есть деньги, потраченные на их обучение, не вернулись. Предметом стали учителя физкультуры и истории. На этой ярмарке для них не нашлось работы. Анна Мардвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.